Итак, мы уже вернулись с похода по набиранию воды. Вот, набрали немного родниковой воды. Вот Габриэль даже намазал свое лицо этой глиной. Там какой-то специальный. Очень многие люди ходят туда за родниковой водой, за тем, чтобы намазаться. Были люди, которые вот полностью мазались там. Хотя мы уже под ночь там были. Вот, но Габриэль воде понравилось, так что мы еще туда вернемся заодно и бабу этого увидим. Вот. Так что, в принципе, нам понравилось, и там не так далеко, там еще есть пресное озеро, купаются, в основном местные, правда. Говорят, что там довольно-таки, скорее всего, больше заразы. В морской воде она соленая, а заразы там не так много, вот. Поэтому мы вообще не решились, конечно, купаться там в озере, и туристы там вообще не купаются. Говорят, что, ну, нам, по крайней мере, девушка сказала, что, скорее всего, там побольше намного всяких там палочек и так далее, каких-то там червей. Вот, которые мы бы не хотели схватить. А сейчас мы выбрались на часок потренироваться вот недалеко от нашего отеля. Наш отель вот где-то там за спиной, буквально в 300 метрах, 400 может. Это вот начало пляжа в Арамболе песчаного. Тут достаточно светло, так как вот продают сзади нас различные овощи, фрукты. Мы сегодня там как раз покупали фрукты, можете смотреть наш канал, вот. И Габриэль немножко тут тренируется, мы... В общем, капуэру мы еще не встречали. Мы уже 3 дня на Гоа. Еще капуэру ни разу не встретили, поэтому решили. Сегодня с утра у нас была йога. Но мы решили еще часок потренироваться и капуэре. Сейчас Габриэль нам покажет что-нибудь интересное, что мы за полчаса поотрабатывали. Vai! Erramos! Ei, agora é o último, tá bom. Chega! Chega, bicho, chega! Falei. Falar, tá bom, vou falar tudo. Uhum. Ele me... Já tá, né? Uhum. Ele me fez... Eu não sei fazer capoeira. No Brasil eu não fazia capoeira. Ele me fez fazer 500 mil vezes o mesmo movimento. Eu já não queria mais fazer as pessoas olhando, fazendo tudo errado. E ele insistindo, insistindo. Vida, mas mais ou menos já melhorou. Já quase ucraniana capoeira. Ainda, ainda não é brasileira, mas a gente vai treinar junto, é, pode ser antes ou depois, 5, 10, 20 anos, 30, antes ou depois, é, vai ficar tudo certo. Итак, мы немножко вот потренировались, у нас ушло буквально час-полтора на то, чтобы такой вот фокус Габриэль вытворила, вот, и... Что, мы сейчас пойдем покушаем, она заслужила еду наконец-то. Вот, и... Она наконец-то заслужила еду. Вот, у нее немножко, правда, были животные. Мы вообще думаем о том, что просто риса поесть. Но тут, наверное, такой роскоши, как просто рис, не найти. Тут все с перцами, все такое странное. Так что мы пойдем поищем чего-нибудь поесть интересного. И с вами увидимся чуть позже, если будет что-то интересное для вас. Итак, мы зашли еще в какую-то кафешку, взяли масалу, взяли вот такой вот бутерброд с яйцом, вот такой вот вегетарианский, ну не вегетарианский, а с яйцом, гамбургер, гамбургер с яйцом. Сейчас мы знаем, сколько стоит. And how much this? And how much this? 50. 50 рупий стоит. 50 рупий стоит, а масала стоит 30, масала очень горячая.
Достаточно вкусно, достаточно вкусно. Бутерброд, в принципе, ничего такого нет, бутерброд с овощами. Со специями и с яйцами. Вот, собственно, такой вот бутербродик. Ну все, будем кушать, собственно. Пока. И так тут еще какая-то вот кошечка к нам забралась. Вот такие вот кошки в Индии. У них всех лицо продолговато, такое как в Египте. Вот такие вот у нас кошки. Очень редко, может, очень много собак в Индии, кошек мало. Вот, кроме того, мы еще, кстати, заказали лепешку с соусом. Вот, съели ее, ну, такая, честно скажу. Соус-со. Второй раз не стоит пробовать, вот. Зато кошка веселая. Вот. Собственно, все, мы теперь поели. Допиваем масалу нашу и будем идти спать. Пока-пока, приятных вам сновидений. Ее трогаешь, она вот, у нее трость такая потерла. Peraí, tá esquisito filmar a bunda da vaca. Cuidado! Она меня бьет, чтобы я не трогал. Deixa, deixa, deixa. Вот такие вот горбатые коровы. Bonitinha, mas... Deixa, deixa, vai correr atrás. Вот мы купили в такой вот лавке шоколадный круассан. Сейчас мы его покажем. Сейчас мы его пробовать. Ничего. Шоколада маловато. Шоколада маловато, конечно, но довольно вкусно. Все, мы, собственно, идем домой. Вот такой вот круассанчик шоколада мы решили попробовать перед сном в местечке, которое называется German Bakery. German Bakery. Достаточно хорошее местечко, мы там побываем еще несколько раз, покажем вам, как оно выглядит, как его найти, и также попробуем там различные тортики интересные. Но этот круассан нам на самом деле не понравился. Если честно, я бы максимум за него поставил троечку, ну может быть 4 с минусом. А заплатили мы, наверное, за него рупий 50, что почти доллар. Но ничего, в следующие разы нам, в принципе, понравилось больше. Так что пока не будем критиковать это место. Но еще раз не рекомендуем вам кушать по ночам, конечно, особенно если вы не занимаетесь спортом. Нам просто с Габриэль сильно хотелось после тренировки немного поесть чего-нибудь сладкого. Ну а на сегодня спокойной ночи. Увидимся с вами уже завтра. Завтра будет новый день, мы обязательно с Габриэль что-нибудь интересное еще придумаем. Покажем вам много новых интересных видео. Ну а пока, как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, если вам понравилось данное видео. И пока-пока, до завтра, переходите в следующее видео по ссылке в комментариях.